Бонджорно, тутти мои дорогие! Вы находитесь на канале Алла Адриатика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И сегодня я вам расскажу и покажу новую коллекцию пальто осень-зима 2019-2020. Пальто от Max Mara. И расскажу про 10 самых главных отличий, как отличить настоящее пальто Max Mara от подделки. Подписывайтесь, мои дорогие, ставьте лайки. Аутлет Max Mara Diffusione Tessile, мои дорогие, находится в регионе Эмилия-Романия, в городе Сан-Джованни-Мариньяно, возле славного города Католика. Здесь множество аутлетов, в один из них сегодня мы с вами зайдем. В разные годы дизайн для Max Mara анонимно разрабатывали Лучиано Сопрани, Дольче Габбана, Анни Мария Беретта, Москина. Вот почему модели Max Mara так всегда актуальны и модны. К империи Max Mara относится 160 лет истории и 9 модных брендов. Это женская одежда с мировым именем. Наверняка и над коллекцией Max Mara 2019-2020 поработали звезды современной моды, чьи имена по условиям контракта пока не разглашаются. Над образом манекенов, мои дорогие, всегда работают стилисты в бутиках Мономарка, а тем более в аутлетах Max Mara и похожие высокие марки. Манекенов одевают только стилисты, создают им образы, луки, аутфиты. Как вы видите, огромное количество пальто. Сделаю небольшой обзор. Их тут огромное множество разного цвета. И классика, и новая коллекция. Max Mara, мои дорогие, это флагман моды и стиля во всем мире. Эта марка задает тон в том, что надо носить, как носить и когда носить. И что будут носить любительницы Max Mara осенью и зимой 2019-2020 года. К империи Max Mara относится 160 лет истории и 9 модных брендов. Это женская одежда с мировым именем. В 1981 году рождается знаменитая модель пальто, код модели, который остался в истории под номером 101-801, считающая сегодня образцом классического бежевого пальто Max Mara. Это двухбортное пальто с точными карманами и широким отложным воротником. Мои дорогие, существует 10 признаков, как отличить настоящее пальто Max Mara от подделки. И про них мы сейчас, про эти признаки мы поговорим. Буду делать примерочки и рассказывать. И первым признаком является яйцевидная бесполовая форма пальто. И длина пальто, это является уже вторым признаком пальто Max Mara. Длина 100-106 сантиметров, которая хорошо подходит комплекции любой женщины, любого возраста и любого роста. Ну и покатые плечи и рукав кимоно являются третьим и четвертым признаком настоящего пальто Max Mara. На бортах, мои дорогие, 6 роговых пуговиц. Это является пятым условием настоящего пальто Max Mara. Ткань, мои дорогие, скомбинирована
из верблюжьего кашемира и бобровой шерсти. Это является шестым условием неподделочного пальто Максмара. Примечательно, что этот фасон, ставший символом итальянской моды, вот эти несколько моделей, которые я мерила, это, конечно, новая коллекция Максмара. Осень-зима 2019-2020. Но первую модель, классическую пальто Максмары, придумала Анна Мари Беретта. О ней и о других приглашенных работать на марку Максмара дизайнерах Марамоти, создатель, хозяин фирмы Максмара, как любой зажиточный апеннинин, никогда не спешил раскрывать душу нараспашку, тем более уже секреты не рассказывал своей фирмы. Но первое фирменное пальто Максмара было создано Анной Марией Беретти. Каждый год Максмара немного меняет покрой легендарной модели, но фирменный цвет и состав ткани остается неизменным. Так, в этом году двуборное пальто всевозможных оттенков горчицы, меда, карамели выпустили почти все крупные дизайнерские марки, от демократичной Zara до ключевых марок, таких как марка Gucci. Ну и последним условием фирменный цвет Camel, конечно же, шелковая подкладка. И если вам шьют пальто на заказ фирма Максмара, то на лейбле пальто будет обязательно еще вышито ваше имя. Ну и, конечно, вот прошивка для поясов пальто будет сделана вручную. Такое красивое замшевое пальто. Вот такие интересные расцветки. Терракотовые цвета. Клетка без рукавочки. Такое красивое пальто, сине-коричневый цвет, очень красивое. Цены мои очень демократичные, от 150 евро, от 150 евро, в среднем 250 до 400 евро цены пальто Outlet Максмара. Если покупать, конечно, в бутике, то будет дороже. Но сюда, в Outlet Максмара, я очень часто встречаю наших соотечественников, потому что цены очень-очень демократичные и хорошие. Ну вот, мои дорогие, вот это пальто я выбрала в этот раз в Outlet'е Максмара. Это новая модель, новая коллекция. Оно мне понравилось по покрою. Мне оно очень идет и подошло. Заплатила я, мои дорогие, всего лишь 120 евро с карманчиками. Конечно, ничего общего с моделью 101-801 нет. Это абсолютно новая коллекция, но я буду носить с удовольствием это пальто. Вот, мои дорогие, мы сделали обзорчик витрин и новой коллекции пальто Максмара. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч в эфире!